11 сентября Ульяновск отметил 368-й день рождения. Главные события развернулись на площадях Ленина, столетия со дня его рождения, сквере Карамзина, бульваре Новый Венец и городских парках. Празднование началось с балета городской техники, показательных выступлений спасателей и пожарных. Всего проведено около 100 мероприятий. Кульминацией вечерней части программы «Дня города» стало выступление Игоря Саруханова и группы «Город 312». Завершились гуляния праздничным фейерверком. Дорожники отфрезеровали старое покрытие и уложили новый асфальт на большей части Волжской переправы. Отметим, при укладке нового дорожного полотна используется щебеночно-мастичный асфальтобетон с самой крепкой маркой щебня и битумом с полимерными добавками. Оно менее подвержено воздействию температур и нагрузок, стойкое к возникновению трещин. До 17 сентября в рамках пятилетки благоустройства в городе пройдет осенний этап ежегодной акции по безвозмездному сбору и вывозу крупногабаритных отходов у населения. По графику мусоровозы работают в поселках и селах пригородной зоны, совершая 10-минутные остановки на каждой из улиц и переулков, чтобы у жителей была возможность избавиться от ненужного хлама, практически не отходя от дома. С графиком можно ознакомиться на сайте администрации Ульяновска.